Да здравствует 1 мая! День международной солидарности трудящихся. 1 мая. Радостный праздник мира, труда и весны. Ранним утром тронулись первомайские колонны. Песни и музыка на улицах и площадях Алма-Аты. Весело в столице Казахстана, весело в маленьких селениях и на весенних пастбищах у животноводов. Председатель колхоза имени Мичурина Алма-Атинской области Леонид Степанович Манько поздравляет с праздником Исабая Сатаева, лучшего чабана артели. Овцы его отара отлично перезимовали и уже принесли богатый приплод. За новые успехи, за радостный 1 мая! Праздничную демонстрацию алма-атинцев открывают школьники. Верная ленинским заветам наша чудесная детвора пытливо и настойчиво в учении, безгранично предана своей матери Родине. Юных демонстрантов приветствуют секретари Центрального комитета Коммунистической партии Казахстана товарищи Пономаренко, Брежнев, председатель Совета министров республики товарищ Тайбеков, председатель Президиума Верховного Совета Казахской ССР товарищ Мунтасынов. Дети благодарят свой великий народ, который с думой об их счастье и в светлом завтрашнем дне мужественно отстаивает и крепит священное дело мира. Маленькие граждане нашей большой советской страны выражают свою благодарность партии и отчизне за их любовь и заботу. Заветная мечта пионера – быть достойным своих старших товарищей-комсомольцев, быть таким, как те, кто в эти дни начинает величайшую битву за урожай, за освоение новых земель. В Кустанайской степи 1 мая совпал с праздником первой борозды, проложенной по целине. На землях колхоза «Красный партизан» подъем новых земель начали прибывшие в Амангельдинскую МТС посланцы комсомола Украины. Массовый сев начался на землях, еще никогда не принимавших хлебного зерна. На север республики, к славным покорителям целины, обращены сегодня слова любви и привета. Демонстрация продолжается. На площади имени Коминтерна вступают физкультурники. В первых шеренгах чемпионы и рекордсмены Казахстана. Шествие трудящихся столицы открывает Ленинский район. Трудовая Алма-Ата рапортует о своих успехах в предмайском соревновании, о своей помощи сельскому хозяйству. Тысячи трудящихся города по зову партии осваивают целину. Заводы столицы досрочно выполняют заказы МТС и совхозов, осваивающих новые земли. Свыше 50 крупных предприятий Алма-Аты встретили праздник значительным перевыполнением четырехмесячного плана. Проходят студентки Казахского женского педагогического института. Более 1000 его питомец преподают в школах далеких сел и аулов республики. Почти все выпускницы этого года изъявили желание работать в районах освоения новых земель.
колонны Сталинского района возглавляет коллектив крупнейшего предприятия Алматы, завода тяжелого машиностроения. Его коллектив к празднику освоил изготовление новых видов мощных волочильных станов, отгрузил сверхплана много оборудования для металлургических заводов. Символизирующий дружбу народов нашей великой Родины, открывает шествие трудящейся Фрунзенского района. Идут студенты крупнейшего вуза республики, Казахского государственного университета имени Кирова. Вместе с ними вышли на праздник спортсмены Киргизского университета, приехавшие на традиционные соревнования со своими казахстанскими друзьями. Празднование 1 мая в Казахстане, как и по всей стране, вылилось в могучую демонстрацию дружбы народов, мирных устремлений советского человека, нерушимого единения коммунистической партии, правительства и народа.